Всем привет! С вами канал Enjoy PTV, и мы играем Волкс. Среди нас, Wolf Among Us. Он так переводится. Каждый раз читаю и забываю. Ну да, вот такая вот у меня память. Повторяю, если вы мелкий и вам нет 16+, ну и 18+, наверное. Ну нет, ладно, 16+, лучше это видео не смотрите. А тем, кому есть, ну добро пожаловать и смотрите, как я туплю и прохожу. Сделай что-нибудь, Бигби, прежде чем они разрушат это место. У тебя что-то на лице. Что ты несешь, тупая пизда? Ты не такой страшный, как все говорят. Пожалуйста, Бигби, пообещай не говорить чудовищу, что ты видел меня. Обещаю. Спасибо за доверие. Ты видел мою жену? Ты не видел красавицу? Пошли со мной. Нет. Не перебивай меня, мисс Снежка. Но вы же задали вопрос. Не увиливайте, мисс Снежка. Вы виноваты в ситуации. Нет, я Дрю. А он Тра. Ни за что еще вырубили. Right now, что, черт возьми, произошло? Я ищу дровосека. Его здесь нет. Коля, я закончил бумажный, у вас закончили бумажные полотенца. Они же вздернут меня, Бигби, как ты и сказал, это выглядит пиздец как плохо, очень плохо, но я не делал этого. Итак, у меня есть 100 баксов для того, кто расскажет мне что-нибудь о девчонке по имени... Блять. Дело в этой гребаной собаке. Она приходит, вынюхивает в эту часть города только тогда, когда богатым ублюдки из Вундлендса нужно заметать следы, не так ли? Да, это мы сделали, отодрали им руку. Сейчас дела встают хуже, чем когда-либо. Но это неправда. Верно, бывало и похуже, но не намного. Да, тебя убили там! Господи. Куда хуже-то? Твоя башка катилась по асфальту. А, блин. Секунду. Алло. Да. Да. Блин, а? Телефонный звонок. Еще во время загрузки не остановишь записи, не знаешь, что это сейчас все начнется. Так, ладно. Поехали. Зеленый говорит, погнали! Тогда мы заглянули и офигели. Голова Снежки. Да это не может быть Снежка, я же не могли убить. Мистер Волк. Мистер Волк. You're making this more difficult than it has to. Вы все только усложняете. Если вы будете сотрудничать и отвечать на вопросы, то пойдете домой. Может, вам удастся поспать. Как вы себя чувствуете? Знаю, это была длинная ночка. У меня все просто замечательно. Спасибо, что поинтересовались. Нечего себя так вести. Я ведь пытаюсь помочь. Слушайте, знаю, вам сейчас тяжело. Правда, я все понимаю. Но мне важно, чтобы вы сотрудничали. Вы ничего не знаете. Если бы знали, то разговаривали бы,
тут не со мной, а с тварью, сделавшей это. Ничего не выйдет, пока вы не сотрудничаете со мной, так почему вам не перестать нести хрень и... Ну, и чё? Я просто пытаюсь помочь вам, Бигби. Почему вы, копы, вечно пытаетесь сопереживать людям? Вам должно быть сейчас тяжело, понимаю, правда. Вы что, блядь, понимаете? Вашего друга тоже убили, а голову бросили прямо у порога? Нет, я так и думал. У вас кровь пошла из носа. Вы в порядке? Паршиво выглядите. Детектив Бренниган? Я детектив Бренниган? Да, я знаю, только что сказал. У вас все в порядке? Вы слышите? Пожалуйста, умоляю. Что происходит? Извините. Просто остановите это, пожалуйста. Какого? А, да ты. Нам нужно ходить сейчас же. Что за хуйня? Мог бы и поблагодарить. Это просто заклинание, стирающее память. Дорогое, но эффективное. Все в участке забыли последние 24 часа, даже то, что они видели в Вундерсе. Вудлендсе. Поторопись. Да, заклинание эффектное. Фотографию забери, Снежки. На память, нечего им оставлять. Болезненное довольно заклинание. Ну? А, опять загрузки долгие. Спасибо, что вытащил меня. Не за что. Мы нашли Трулеля, прикованного к столбу. Это твоя работа, верно? Да. Что ж, я не знаю, зачем ты это заделал. Тру был в баре «Цокот и копыт», когда Снежка покинула Вудлендс, так что он не причастен к этому убийству. В данный момент он допрашивает Синяя Борода. Он на кого-то работает, вечно что-то разнюхивает там, куда я приходил. Определенно, это не повод обвинять его в убийстве. Ну да. Но мне надо бы кого-то задержать, я выбрал его, друзья, ни при чем. Я знаю, что ты чувствуешь, Бигби. Всего лишь ночь прошла, а уже тоже скучаю по ней. На Снежку убили сволочи.
Знаешь, хуже потери дома и может быть только смерть одного из нас. Теперь больше всего я тоскую по Снежке. Никогда не умел красиво говорить. Просто не веришь, что это произошло. Да, это потеря. Раньше наши истории были так просты. Начало, середина и конец. Но когда мы переехали в этот ужасный город, все пошло наперекосяк. Она поделилась с тобой мыслями, когда вы виделись в последний раз? Почему хочется думать, почему-то хочется думать, что у нее все было... Она могла быть чертовкой иногда, но на самом деле это не так. Она хотела многое поменять, чтобы можно было легче помогать сказаниям, попавшим в беду. Ой, типа, какой грустный. И? Да ладно. Оху. Я уже зависла. Не знаю, что... не знаю, что сказать, Бигги. Мы должны положить этому конец. Два убийства за два дня. Если мы не решим... не разыщем виновного, то, возможно, сегодня кто-нибудь другой окажется на пороге. Я разберусь с этим. Пожалуйста, Бигби, ради мисс Снежки. Я понял. Или так дверь закрыл-то, а? Я ж с ним нормально разговаривал. Чё ты такой дерзкий? Эх, Бигби. На... Быстро они списали Снежку, она мне понравилась. Снежка. Как она могла умереть? Кто-нибудь не скажет? Никто ведь не скажет. Некрасиво. Ну что делать? Такова жизнь. Кто-то выживает, кто-то умирает. А это сказание, они еще бессмертные. Но походу отрезанная голова им... все-таки причиняет некий дискомфорт жизни. Да. Что-то я подумал, сегодня так мало видео залил, не успеваю. Там много чего обрабатывалось. Я думал, сегодня успеет обработаться. Потому что я вчера позаливал все, что было, а остальное вот... не успело. Ладно, посмотрим. Может, я успею закинуть. Это плохой ответ, не так ли? Давай просто скажи мне. То, что я хочу знать, это облегчит твои страдания. В теории. Фигась, вы его допрошите. Ты так планируешь это его использовать? А то я думал, что тебе нравится теребить свой маленький клинок. Кто по-ублюдок? Что, черт возьми, здесь происходит? Здравствуйте, Икебот. Шериф? Синяя борода. Я просто беседую с нашим новым другом. Ты должен был ждать, пока мы не вернемся. Я сказал, если хочешь здесь присутствовать, будешь подчиняться мне. Никакого насилия. Как скажешь, Икебот. Здорово, Бигби. Мне нужны ответы, Тру. Ничего себе, а я-то думал, тебе нужны вопросы. Я не смог придумать ни одного хорошего. Хотя один я все-таки придумал. Как твоя голова? Видите, с чего я имею дело? Что ты будешь с ним делать, Бигби? Тихо. Я рад, что у тебя есть чувство юмора. Надеюсь, это значит, что ты будешь сотрудничать. Белоснежка мертва. Слушай, я никого не убивал. А я должен тебе поверить. Ты был со мной, когда это случилось, дурачина. У меня еще есть вопросы, Тру. Похоже, это личная проблема. Это нелепо. Что ты делал в квартире, жаба? Хотел посмотреть, как нынче люди живут. Думал, смогу въехать. И, конечно, пришлось сначала заглянуть.
Убедиться, что по правилам, что нет. Малин. Но бить его бесполезно. Я тоже понимаю, что он максимум только знает этого. Своего работодателя, но он вряд ли связан. Он расследует что-то. Выглядит хорошо, за исключением большой дыры в стене. Может продувать. Ладно, Тру. Давай узнаем друг друга получше. You know, I really like spending. Ну-ка. Fuck, Big B. Блять, Big B, не заставляй меня смотреть. Just put that away. Просто убери ее. Please. This is why we're here. Именно поэтому мы здесь. Кто-то убил эту женщину, и нам нужно узнать кто. Я понял, правда, правда, но я не могу сказать тебе того, чего не знаю. Да блин, он невиновен, отпустите его. Кто его уже избил? Просто скажи мне, что ты делал в квартире, жаба? Слушай, Бигби, мы ведь не враги, мы с братом тоже пытаемся во всем разобраться, как и ты. Твой брат, где он был прошлой ночью? Не знаю, он мог бы где угодно. А ты подумай. Он не делал этого, если ты об этом. Тогда где он? Нет, я не сдам своего брата. Слушай, я ведь ответил на твои вопросы. Можешь теперь мне вернуть вещи? Что вы нашли у него? Да ничего, что могло бы помочь расследованию. Деньги, сигарета. It's moving along. Что это? Ремни использовать? Что это значит? Развязать? Ударить, поговорить? До сих пор дымит? I'm saving that. Я хранил ее на черный день! Что делать? Поставить дым... Дым ему в лицо, прижечь Тру. Предложить секрет Тру. Держи. Да, ладно. Хочешь фокус? Да блин, его не имеет смысла бить. Слушай, Бигби, так мы ничего не выясним. Ты не хочешь знать, что случилось с теми девушками и Белоснежкой? Я разберусь с этим. Да он не виноват, отвали. Так где твой брат? Слушай, приятель, я бы хотел помочь тебе, но я не знаю, где он. И последний раз, когда я его видел, мы разделились, и я пошел искать Варину. Верину. Я не знаю, где он. Но он никого не убивал. Что ты искал у Веры? Ее квартиру. А, пардон. Я пошел к ней домой. Я не вру, ты сам меня видел. Нет, он что-то скрывает. Ты говорил, что пытался что-то найти. Так, Тру, что ты хотел от Веры? Прости, но я не могу помочь. Больше я ничего не скажу. Ты носил все это время. Выпивка никогда не бывает лишней. Ну давай. Твоя же. Думаю, это не повредит. Чем я тебя избивать? Пока сам не нападешь. Это нелепо! Он никогда не заговорит, если ты будешь обращаться с ним так, как с ебучим принцем. Что дальше, Бигби? Ты сделаешь ему массаж или угостишь ужином? Назад, синяя борода, это не твоя работа. Заставь его говорить, или это сделаю я. Этого не случится. Ну же, Тру, чего ты хочешь, хотел от Веры? Милая девушка, как она? Милая? По-твоему, эта девушка была милой? Она была гребаной воровкой. Такая милая, что пиздец.
Про Веру можно сказать многое, но то, что она была милая, нет. Ты ведь знаешь, что она зарабатывает на жизнь. Чем? Что она украла? Не знаю, какую-то глупую вещицу, которую хотел мой босс. Твой босс? Итак, поговорим о твоем боссе. Итак, поговорим о твоем боссе. И затем мне будут неприятно сидеть, я не могу отвечать на эти вопросы. Это же его вещи, господи. Всегда ночь с собой столько денег. На этой неделе мне придется много стирать. Я тебе... А тебе-то что? Почему ты просто не сказать, на кого ты работаешь? Слушай, я согласен с красавицей. Ты неплохой парень, но я не могу выдать тебе эту информацию. На этом я закончу. Красавица не стала бы общаться с таким ублюдком, как ты. А что со мной не так? Ты плохого обо мне мнения? Да, мы очень близки. Ты безразлична, красавица. Я думаю, мы допрашиваем подозреваемого, но ты общаешься с ним так, будто он твой гребаный гость. Синяя борода, ты не получишь ответа, если будешь жалеть его. Белоснежка мертва, она была одной из нас. И ты позволишь уйти этому... тупому ублюдку целым и невредимым? По дороге я покажу тебе, как это делается. Ай, ай, бля, какого хуя? Что ты творишь? Преподаю ему урок, смотри и учись. Чё ты творишь? Остановись, сидишь же. Доволен собой? Безусловно. Харе. Апперкот. Тигри, ты лезешь к моему подозреваемому, это я его взял. Сумеешь. Какого? Что здесь происходит? Сноу. Снежка. Какого ж вашу ж Машу? Чё за? Не, что происходит? Под прикрытием? Да не, его же арестовывали. Блин, и титры, да, пошли? Telltale Game представляет. Волк среди нас. А это можно пропустить? Нет, титр не уберешь. Что там за Снежка? Вы мне покажите, что вы тут грузили полчаса. У меня нервы. Эпизод 2. Иллюзия. Давай, 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 давай. Это все другие. Все же два трупа подкинули, бесполезный охранник. Какого черта там внизу происходило, Бигби? Че, я не сделал? Так издеваться над заключенным, блин, шея чешется. Я ему и пальцем, я его пальцем не тронул. Я хотел поступить по-хорошему, но синяя борода думает иначе. Я пытался остановить его. Снежка, честно. Да. Неадекватная баба. Ладно, тебе придется объяснить это, потому что я действительно не догоняю. После нашего разговора в такси, прошлым вечером мне позвонил Жап, он сказал, что его сын нашел тело. Сначала мы решили, что это Вера.
Доставив ее сюда было непросто, но надеюсь, мы найдем что-нибудь на теле, что поможет нам разыскать убийцу. Так. Я должен был быть там, Снежка. Я пытался дозвониться в администрацию, но никто не брал трубку. Я не смогла найти тебя или кого-то другого. Так что я сама разобралась с этим. Снежка. Что? Я рад, что ты жива. Я тоже. Я просто хочу докопаться до сути. Я чувствую себя... Что такое? Я просто... В каком-то смысле я чувствую свою ответственность. Она выглядит прям как я. Может быть, это из-за ее... Именно из-за этого ее и убили? Так, не думаю, что это связано с тобой. Тебе следует быть осторожнее. Может быть, если кто-то хотел твоей смерти, то скорее они поймут, что что не напопали в цель. И будут меня искать. Мы должны выяснить, кто это сделал. И почему она была зачарована, чтобы выглядеть как я. А, это чары? В смысле, за это все дело, да? Так, какой наш следующий шаг? Продолжаем делать то, что делали. Делаем нашу работу. И что же я должен знать? Бить баклуши в администрации, ждать, пока большой страж серого решит все мои проблемы? Я не это имел в виду. Тогда что ты имел в виду? Я сказала тебе, что устала сидеть без дела. Я больше не собираюсь быть украинской девочкой на побегушках. Что ты кипишишь? Я хочу, чтобы ты была осторожна. Один раз я уже почти потерял тебя. Я не твоя, чтоб терять меня. Ах ты ж, стерва. Прости. Я знаю, это опасно, но я не беспомощна. Я в состоянии позаботиться о себе. Я на протяжении многих веков. Ти-Джей ждет внутри. Он был так напуган вчера вечером, что много бы он нам не рассказал. Даже сейчас он умоляет нас определенного момента. А, умолкает после определенного момента. Полагаю, он весьма потрясен, так что постарайся не быть слишком уж. Ты знаешь. Я справлюсь, пацаном. Ладно. Я все еще руку сломаю. Это ж лягушонок, да, Казары? Да уж, конечно, повороты какие-то хоть более логичные. Хоть объясняется, а то как в этом парке юрского периода. Нас зажали, что будем делать? Потом проходит кадр, они уже бегут где-то. И что они сделали? Как они выбрались? Я не понимаю. Позже полудня. И? Ти-Джей здесь, не знаю, захочешь ли ты говорить с ним сейчас или потом, но... Дай знать, если пойдешь обследовать тело. Я хочу поприсутствовать. Бафкин, можно тебя на секунду? Конечно, мисс Снежка. Да не работает лампа, я уже проверял. А, хватит зеркала, исчезли, отмена, отмена. Жаб, какого хрена ты творишь? Бигби, ты готов извиниться? Что происходит? За то, что бил меня на глазах у моего сына. Ты что, блядь, забыл? А я вот нет. Так же, как и он. Ой, я тебя не бил, я тебя же приподнял. Ти-Джей. Я знаю, тебе страшно. Но нам нужно знать о том, что он нашел, если ты не против. Твоя очередь, Ти-Джей. Это очень бы нам помогло, Ти-Джей. Я хочу помочь.
Осторожней, Бипи, если ты навредишь моему сыну... Что ты сделаешь? Okay. Все нормально. Прости, что... если я напугал тебя. Go ahead, TJ. Что сказал Ти-Джей? I go swimming at night. Иногда я по ночам я плаваю в реке. Я не делал ничего плохого, честно. Ну, конечно, нет. Мы знаем, что ты хороший мальчик, Ти-Джей. Просто скажи, что ты видел. Отойди руку, сломай. Я был там, под большими блоками, и услышал громкие шаги. И иногда я их слышу, я должен нырять под воду и держаться там очень тихо и спокойно. Все хорошо, сынок. Но потом я увидел женщину. Ободрить его не спеши. Осторожней, Биби. Я не... Я знаю. Женщина упала, но у нее не было головы. Я думал, она меня туда затащит. Потому что у нее были камни на ногах. А она продолжала падать глубже в темноту. Шлакоблоки были привязаны к ее лодыжкам. Есть еще что-нибудь, Ти-Джей? Это правда, что вы знаете, когда люди лгут? Я слышал, что вы это умеете. Вот почему вы шериф? Да, это часть моей работы, узнавать, когда люди лгут. В этом я очень хорош. Есть что-то, о чем ты хочешь еще рассказать? Пожалуйста, не злись. Что такое, Ти-Джей? Я не остался под водой. Что? Я знаю, что должен был, но я испугался и вынырнул на поверхность. Я не мог ничего поделать. Я дал тебе четкие указания, нужно сидеть тихо и не высовываться, иначе будет плохо, я же тебе говорил. У тебя нет проблем, Ти-Джей, не стоит лгать, Ти-Джей. Оставь его в покое. У тебя нет проблем. Еще какие? Есть еще какие? Не в этот раз, жаб. Итак, ты не остался под водой? Не знаю, видел ли меня кто-нибудь, но когда сказали «хватит смеяться», но кто-то сказал «хватит смеяться», и потом я испугался, нырнул и задержал дыхание, насколько смог. Погоди, ты кого-то слышал? Да. Почему ты не сказал дальше? Это точно те слова, что он сказал «хватит смеяться»? Попробуй вспомнить точно, что они сказали. Они сказали, хватит смеяться надо мной. Stop laughing at me. Ладно. Okay, TJ. Ладно, Ти-Джей. А то мы его совсем дадим. Извините. После того, как я всплыл, никого не было. Я побежал домой, это все. Честно. Я хочу домой. Okay. Ладно, можешь идти. Ты же ребенок. Thank you. Секунду. Черт, простите, я не забыл запустить запись. Там что было? Мы только сказали, что все хорошо, похвалили лягушонка. И они ушли. Дальше нас спросили, готовы ли мы идти вниз. Я сказал, что да, хотя, видно, мог остаться и поговорить с зеркалом. Но профукал. Блин, как я мог забыть заключить запись? Ладно. С кем не бывает. Пустота. Блин, профукать такой момент. Ладно. Так, сейчас закончим вскрытие и закончим на этом серию.
Один в один Снежка. Только побелее немножко. Ого. Я даже не представляла. Я никогда не видела ее лицо до этого. Ты уверен, что справишься с этим? Тебе не обязательно оставаться здесь. Я хочу остаться. Я справлюсь. Это просто немного странно. Эти чары такие эффективные, такие сильные, но... Просто делай то, что нужно. Какая-то пуговка. Это странно. Я не ношу такую брошь. Возможно, это на самом деле принадлежит ей, а не часть чар. Похоже на вещицу с родных земель. Бафкин, не узнаешь этот символ? Нет, ничего подобного раньше не видел. Проверь ее рот, там может быть ленточка, как раньше. Пусто. Есть что-нибудь? Ничего. Ты можешь закрыть ей рот? Может, вообще выкинем голову? Спасибо. Порез такой же, как у Веры. Но на этот раз в ее рту ничего не было. Думаешь, это было сделано тем же человеком? Трудно сказать. Доктор Свиное Сердце разговаривал с тобой насчет Веры? Нет, он сказал, что хочет сделать еще несколько тестов. Эй, стой, стой. Да. У нее духи, как у тебя. Откуда она могла знать? Откуда ты знаешь, какие у меня духи? Этот нос не проведешь. А, может было так? Фига себе. Следы от веревки. Она была связана. Они привязали шлакоблоки к ее лодыжкам, чтобы она ушла на дно. О. А что такое? Следы от уколов. Она принимала наркотики? Простако? Похоже на то. Они довольно сильные. Я слышал, что они начинают колоться в ноги, если их руки уже все исколоты. Или они пытаются спрятать следы от уколов. В любом случае, это означает неполную схожесть с твоей ногой. Если только... Не смеши меня. Возможно, она пытается компенсировать духами неполное сходство. Погоди. Если чары должны были сделать ее похожей на меня, разве это не должно было скрыть всякие вещи, как следы от уколов? И эта брошь тоже. А почему все остальное изменилось? Я никогда не видела такие небрежные чары. Возможно, чары не предназначены для этого. Не предназначены для скрытия следов от уколов? Хорошая мысль. Ведьмы наверху хорошо знают свое дело, поэтому чары и стоят так дорого. Если только кто-нибудь не создал чары нелегально. Технически это нелегально, мисс. Это, конечно же, не одобряется, но запрещающих этих законов не существует. Так значит, есть что-то типа чарного рынка, где продают чары? Можно сказать и так. Предполагаю, что любой с доступом к нужным книгам, хорошим обучением, мог создать чары теоретически. Еще одна вещь, о которой нам стоит беспокоиться. Черный рынок или нет, но сходство довольно точное. Взгляни на это. Пуговицы тоже не одинаковые. Вот еще одна здесь. Ты права, эти пуговицы разные. Интересно. Что? Снежка, мне нужно расстегнуть ее жакет. Бигби, просто позволь мне. Ай, жадина.
Мы делаем успехи, давай посмотрим, что еще можно найти. Простите, это заняло много больше времени. Что вы нашли? Ее чары дефектны. Ох, дефектны. Мы думаем, что их купили на черном рынке. Нам определенно нужно регулировать такие вещи. Да. Нам нужно продолжать. Ты видишь? Может быть, синяк. Духи. Используй это. Что это? У нее были духи. Похоже, что кто-то выбрал их для нее. Значит, кто-то дал ей инструкции? Я видела раньше такие вещи. Это определенно волшебство, хотя в наше время ведьмы уже не мастерят такие штучки. Я не думаю, что будет умным бал с этим. Это какой-то вид магии с черного рынка. Кто знает, что оно можно творить? Нам стоит быть осторожнее, чтобы быть уверен, что это ничего не сделает. Не думали? Возможно, ты прав. Есть только один способ выяснить. Что? Там что-то есть. Как мы ее откроем? Я думаю, я разберусь. Можно что-то сделать с этими кольцами. Ага. Как-то просто слишком, вам не кажется? Олень? Что это значит? Оу. Волосы Снежки и... Это... Это твои волосы. Похоже, кто-то взял ее в моей квартире. Я заметил, что она пропала, но я и думать не могла. Это последнее фото, где мы с Розой вместе. Мы с сестрой уже почти не общаемся. Кто это сделал, Бигби? О, господи! Это тролль? Вы, должно быть, шутите. Да, она тролль. Мы можем продолжать. Кто она? Раньше здесь этого не было. Как думаешь, кто она? Я знаю мало троллей, к сожалению. Возможно, Холли знает. Владельца бара Цокот Копыт? Нет, она выглядит немного... О, нет. В чем дело? Это не Холли, это ее сестра Лили. Она была объявлена пропавшей без вести, но я думал, это было спущено на тормозах. Нам нужно пойти рассказать Холли. Точно. Кто знает, может, она что-нибудь об этом знает, с кем Лили общалась. Определенно, с этим еще успеем. Или что-то сказал, не успел Space нажать. Нам пора идти. Ты не можешь пойти туда. Почему нет? Это слишком опасно. Кто-то пытался убить тебя. Бигби, ты не можешь позволить идти с тобой. Ты выражаешь ее жизнь в опасности. Бигби не отвечает за меня. Если Снежка хочет пойти со мной, я не стану ее останавливать. Но нам пора идти. Ты готова? Да. Я зачищу, не парься. Тролль. Не слабенько так. Под Снежку. Фух, да, прям такое серию назовем. Расследование убийства Снежки.
в кавычках. Будет интересно. Но нужно на этом завершить. Так, что мы можем еще сделать? Да в целом все же вроде. Давайте на этом закончим. Всем хорошего настроения, всем пока, всем до следующей серии.